Сменился глава региона. На должность акима Кызылординской области назначен Нурлыбек Машбекулы Налибаев. Нового руководителя региона представил активы области премьер-министр страны Алихан Смаилов. На внеочередной сессии областного маслихата премьер-министр озвучил предложение президента о назначении Нурлыбека Налибаева на должность акима области. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру. Представляя нового акима, Алихан Смаилов дал высокую оценку работе Нурлыбека Налибаева в качестве заведующего отделом регионального развития канцелярии премьер-министра. Уроженец края, он хорошо знаком с положением дел в регионе. Около двух десятков лет проработал на ответственных должностях. Был акимом Шилийского района, 8 лет акимом Кызылорды. С новым опытом работы вновь вернулся в родные края в качестве акима области. Сегодня для меня исторический день. Для любого человека честь служить своей стране. Особенно трепетно, когда ты трудишься во благо своей малой родины. Выражаю огромную благодарность президенту Касым Жумарту Тукаеву за предоставление этой возможности. Буду стараться оправдать ожидания президента и народа. Все свои умения, знания, опыт направлю на службу родному краю. Наша область имеет огромный потенциал для развития. На встрече с активом области премьер-министр поблагодарил Гульшару Абдикалыкову за вклад в развитие региона, повышение благосостояния населения. На годы работы первой женщины акима пришлись сложные испытания – пандемия, дефицит воды, засуха. Но экс-аким с честью справилась. Гульшара Абдикалыкова выразила благодарность населению региона и коллегам за поддержку. Я благодарна главе государства за то, что доверил мне управление регионом в такой сложный период. Спасибо жителям Сыр-Еля, депутатам, общественным организациям, коллегам. Мы вместе пережили пандемию. Несмотря на острое маловодье, сумели вырастить большой урожай. Уберегли скот во время засухи. У региона большая динамика развития. Желаю успехов Нурлыбеку Машбековичу на этом ответственном посту. Сделано немало, предстоит сделать еще больше. Главной задачей премьер-министр назвал мобилизацию всех сил и ресурсов на повышение благосостояния населения и реализацию обозначенных в послании президента задач. Также Алихан Смаилов сообщил о том, что ведутся переговоры с соседними странами и принимаются все меры для решения водного вопроса. Азда Муратова, Акымжан Жолтаев, Алмат Мендебаев, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.